Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Совсем недавно в сети появилась информация о смартфоне под названием Samsung Galaxy P30 с одной уникальной особенностью, встроенным в дисплей сканером отпечатка пальцев. Тем не менее, как удалось выяснить, 30 сентября 2018 года данное устройство никогда не выйдет на рынок, так как вместо него южнокорейская корпорация запустит в продажу модель Samsung Galaxy A6s. Именно так будет называться тот самый смартфон, о котором мечтали миллионы людей. Сегодня в базе данных Тена появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A6s, представляющем из себя аппарат среднего уровня. Купить этот телефон можно будет в оригинальной модификации, либо же таковой с приставкой Plus. Она отличается встроенным в дисплей дактилоскопическим модулем, уверяют инсайдеры. В остальном вроде как оба мобильных устройства идентичны друг другу. Хотя, вероятно, отличаться они также будут объемом оперативной памяти и встроенной памятью. Смартфон Samsung Galaxy A6 получит стеклянный корпус, а также двойную основную камеру с поддержкой двукратного оптического зума. Также мобильному устройству присваивают 18:9 экран Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 пикселей Full HD+, двойную фронтальную камеру, поддержку двух сим-карт, слот для карт памяти microSD до 256 ГБ. Разъем USB Type-C и 3,5 мм джек для наушников, а также ряд других особенностей. Новинка будет продаваться первое время на территории Китая, Южной Кореи, а также ряда других азиатских стран. Затем она должна добраться до полок магазинов за пределами Азии, то есть до России, Европы, США и прочих стран. Никакой подробной информации о смартфоне Galaxy A6s в настоящее время, за исключением изображения младшей модели, совсем нет. Ожидается, что новинка станет мобильным устройством среднего класса с ценником не выше 20 тысяч рублей, благодаря чему данный аппарат сможет предложить миллионам покупателей именно то, чего они хотели. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, подписываемся на канал, если не подписаны, жмем пальчик вверх, жмем на колокольчик, до новых выпусков!